Вот так вот, да, я начинаю еще одно выживание, которое я, как всегда, не закончу. Как и всегда бывает. Я заспавнился, так скажем, в неплохом биоме, то только здесь один минус. Тут ни хера нету никаких пещер. Ни пертасов. Ну, нигде нету. Ага, выпишу. Извините. Здесь нету нигде. Так как его там... деревьев. Сначала соберу еды, он там вот немножко деревьев вижу, насобираю себе, и у меня уже хватает на кровать, побежали, чтобы я смог как-либо вот так вот играть, вот так вот. А, жалко, не буду убивать. Окей, продолжаем. Вон там вот есть водичка, это мне очень сильно уже нравится. Но повсюду вода нету, нигде лапы. Это плохо, очень сильно плохо. Но я не буду строить вот такой вот живой дом, я буду строить домик в скале просто, чтобы не тратить слишком много времени, чтобы строить там что-то или что-то типа того. Просто-напросто буду строить там все, ничего больше другого. Окей, еще одно деревце соберу и начну крафтить. Вот тут вот, вот столько вот эти вот кидаем вот сюда, входим быстренько быстренько быстренько. Меч, это все все ломаем эту штучку, пердучку, не понял. Вот, вот так вот ломаем и бежим для нас строить дом. Вот тут вот построю, чтобы было недалеко от моего спавна. Кто не помнит, останется вон там вот где-то, вот тут. Не помню уже. Ну, вот тут вот какой-то вот так вот тут маленький проходик сделаем. Это будет моя шахта, а домик будет тут, неподалеку, так скажем. Сейчас немножко для себя вещей набираю. Камешка, так скажем. Вот так вот пока что буду ломать. Вот таким вот образом. А я куда вообще копаю, а? Пока что вот тут... зачем я что-то выкинул? Быстренько сейчас все вот тут вот сломаем. Вот так вот, а потом начнем все убольшивать, так скажем. Будет все побольше вот тут у нас. Вот так вот. Будем ломать просто все по кругу. Вот таким вот образом. Не удивляйтесь, если я буду немножко тупо, потому что я еще... кое-что другое все коротенькое сделаю, уже начну нормальненько, так скажем, играть. Чего тут, так скажем, интересного очень нету. И меня никто не смотрит. Окей, просто буду выживать. Только один человек меня прямо сейчас вот это смотрит. Спасибо ему. Очень большое спасибо. Так вот, ладно, я тут что-то тупо что-то тут понаделывал. Сейчас уже, как я понял, стемнеет. Нужно еще собрать немножечко еды. И начинать уже строить домик из булыги, я думаю. Чтобы было покрепче. Криперы не очень таки легко взрывали это все дельце. Ладно. Начинаем вот это вот все дельце. Сколько тут блоков, понятно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Домик будет 6 на 6, я думаю. Ладно. Продолжает? Не думаю. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А потом еще один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот сейчас все будет работать. Ломаем место для двери. Хорошо, что хоть бы немножко блоки оставил для каменной кирочки, так скажем. Вот так вот сейчас каменную кирочку делаю вот тут или таким вот образом. И бегом снова шахту назад, вон туда сейчас пойду просто. Вот сюда и вот. Ой-ой-ой, это что за глубокая шахта-то такая? Окей. Будем работать. По-быстренькому. Тут вот немножко же этого, как его там, уголька набираем. И бегом сюда. Увидим, что тут у нас такого. А, есть, я, кажется, потерял. Ладно, пока у меня ничего нормального нет, я просто сейчас соберу немножко булыги и выйду, чтобы не потеряться. А вот я немножко, так скажем, тупо поступил сейчас, что пошел в глубокую шахту. Я должен на вершинке, так скажем, собирать все мои лесы, чтобы не умирать. Вот сюда вот, мне кажется, надо, да? Или нет? Нет, я не туда пришел. Ну ладно, вот тут вот будем просто копать. Нам ничего не будет. Вот так вот. Сейчас выйду в нормальную шахту, да тут херошеньки, так скажем, нету вообще. Почему, не знаю. Я что, свой домик? А, нет, не подъехал. Ладно, отсюда мы будем копать еще. Я сейчас голоду умру просто-напросто. Ладнушки, ладушки. Пусть будет так. Обязательно подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Не забывайте об этом. Красная кнопочка должна быть серой. Поэтому я и не люблю красный цвет. Потому что если кнопочка красная, значит вы не подписаны. А если вы не подписаны, тогда это очень плохо. Не делайте добро, и вам не будет вам не будет добра. Вот так вот. Ладно, сейчас бегом домой просто отправлюсь, чтобы не умереть прямо сейчас. Вот у меня уже синок сприт, вот так вот. Обаренно. А я сейчас умру просто с голоду, мне еще немножко еды надо. Извини, коровка, я не хотел, мне очень голодно. Быстренько домой. Где? Я что, верстак? А нет, тут вот. Верстачок мой. Сейчас печечку скрафтим. Да наплевать, ходим. Допустим, половинка моих палок будет переплавляться. Ну, хоть бы что-то я поем. А теперь быстренько одно деревце соберу. И бегом назад, чтобы не умереть. А то я больше не могу бежать даже. Значит, ну, мне тропорик, если я рукой буду ломать. Ладно, продолжим, давай бегом домой, чтобы не умереть. У меня что, пол дырявый, что ли? Не понял. Пол дырявый? А, нет, бил. Нормально. Ладно, несколько вот тут вот досочек нас собирал. Тупой! Я мои доски на плитке натратил. Вот я дебил. Окей, вот так вот делаем. Вот сюда. Сюда собираем еду. Еда, еда. И быстренько хаваем. Достаточно, но нормально. Ладно. А, я забыл, у меня же теперь досок не хватает. Я тут был. Там скелетон ходит, но он куда-то. Вот так-то бегом туда, блядь.
Быстренько, быстро, 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 быстро. Собираем. И бегом назад, чтобы скрафтить кровать и поспать. Беги, 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 Ливон, беги, беги, беги. Вот так вот закрываемся. Все, все тут хорошо, хорошо, что нам вот надо. Что хотел поставить? А, вот, кроватку хотел. Вот сюда вот кидаем и спать. Вот так вот, значит. Я заспавнился. Назад утро, утренько, так скажем, пришло. Начнем делать вот это вот все дельце. Домик будет не очень таки большой. Ну, довольно таки миленький. Вчера? Да, это вчера было, плевать. Окей. Что я еще хотел сделать? Что я хотел сделать, я забыл. Вспомнил. Вот я тупой. Я забыл, что я булыжник должен был собирать. Но надо ломать вот эту вот кирочку. И продолжим просто ломать все. Тут. Вот сломалась. Можно продолжать ломать вот эту вот все пердоголеньку. Вот так вот. Ломаем это все дельце. Если хотите, лайк на Fortnite собираем. Не знаю сколько, но немножечко лайков, но надо собрать, чтобы я сел. Вот это все дельце обчистим. И тут делаем для нас шахту. Вы скажете, что я тут делаю, что я собираюсь делать. Вы сейчас все увидите. Спокойненько, так скажем. Сейчас получается какая-то коробочка. Я все перепутываю с Fortnite, все. Так, так, так. Вот это вот соберем. Вот так вот. И делаем лесенку отсюда. Раз, отсюда два, отсюда три. Нет, я не то сделал. Три. Вот так вот. Значит, отсюда. Я снова не так просто. Что со мной происходит? Вот так вот, значит. Три. Вот, наконец-то поставил. И четыре, конечно. Вот тут вот немножечко булыги собираем. Оп. Я не знаю, кровать попал. Окей, окей, бегом. Туда и вот. Все уроки сделала, теперь лайвстрим делаю. Кольчика, я думаю, хватает. Пики домой. Я сырое не люблю, но зато похавать хочу. Вот так вот это кидаем. Логина собирал и быстренько ставим, 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 ставим. Все, практически второй этаж готов для нашего домика на земле. Все, все готово. Можно и все. Начинать делать. Вот так вот. Раз. И давайте раз. И давайте два. И давайте три. Четыре. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Не хватает. Мне 11 не хватает. Почему? Тут что-то я на входе, я думаю. Придумаю вот тут вот. Ладно, что-то вот такое вот у меня сейчас будет. Слово не так поставил. Я ненавижу, когда вот так вот бывает. Вот так вот. А потом бежим вот сюда, вот ходим вот сюда вот. И крафтим пакелочки наши любимые. И под это вот
Стрельца ставим в факел. Все тупо. Ну а блин, лайфхаки от него. Что здесь еще можно поставить? Ну тут я думаю, в принципе, все, я закончил уже. Все просто-напросто еще немножечко булыги насобираю. А куда я лезу? Что такое? А мы сейчас... Ладно, ребятки, отошло на парочку секунд. Собака начала лаять, не понимая почему. Ладно. Бегом назад домой. Вот так вот по-медленному, чтобы не потерять хп, но я все равно потерял, поскольку я дебил какой-то. Окей, немножко вот так вот насобираем 12 штук, я думаю, будет хватать. Остальное на крышу пойдет. Красивенько так как будет. Ой, хляпота. Вот такой вот балкончик у меня будет. Раз, вот так вот, и все. Больше не будем тратить. Вот так, вот так, вот так и вот так. Не хватает. Ладно, вот это вот сломаем. Хватает. Не, не будем вот так вот. Некрасиво никак. Опять так уленький. Вот так вот. Собираем это все. 4 блока, 4 вот этих вот полублока. Давайте-ка. Ой, так и знал, что не будет хвататься. Так что вот так вот. И у меня кирочка сломалась, обалденно, да? Вот так вот, все, это обалденный паук. Что теперь мне не хватает больше всего? Кровать есть, все есть, кажется. Как я понял? Или нет? Дайте вспомнить. Все, кажется, у меня есть ведь. Или нет? Я не помню. Что у меня есть и что у меня нету. Угостилась. Ладно, немножко деревца насобираю и пойду там. Если он будет уже вот так вот светленько во всем домике будет. Ладно, ребятушки, на этом я, наверное, закончу мой стрим. Если хотите стримы подлиннее, то они будут скоро. Если у меня набьется. У меня уже набралось, в принципе. Ладно. Длиннее стрим на 1 час или же больше будет уже близко, так скажем. Будет не очень таки, так скажем. Будет он, длинный стрим уже близко. Наверное, через 3 или 4 дня будет длинный стрим. Сейчас видео не будут выходить, потому что сейчас школа, экзамены, вот это вот все. Так что я это сказать хотел вам. Наверное, не будет видеороликом. Там экзамены, начнут видеоролики выходить очень активно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, 5 лайкосиков. И следующий стрим. Всем удачи, всем пока-пока.